Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать. Сегодня я к вам с очень полезным видео. Сегодня буду делать салфетки для уборки своими руками. Предложу вам два рецепта. Салфетки получаются очень эффективные, самые настоящие палочки-вручалочки. Поэтому давайте начнем. Значит, у меня салфетки из магазина Fix Price. Мне кажется, там самая бюджетная цена на них. Вот такой вот рулон стоит 99 рублей. Нужно разделить эти салфетки пополам при помощи острого ножа. Итак, салфетки разрезали пополам. Дальше убираю из салфеток вот эту вот бумажную втулку. Убирается она достаточно легко. Затем беру вот такие вот zip-пакеты. Тоже покупаю их в магазине Fix Price. Смотрите, когда разделишь пополам упаковку салфеток, они хорошо помещаются в этот zip-пакет. Плотно, герметично закрываются. Теперь готовим раствор. Для каждой упаковки салфеток у меня будет свой раствор. Для первого рецепта беру кувшин, мицеллярную воду и нашатырный спирт. Получатся салфетки универсальные, которые чистят абсолютно все. Ими можно чистить любые кухонные поверхности, можно чистить сантехнику и даже обувь. Итак, мицеллярная вода. Мицеллярная вода у меня из магазина Fix Price. Можно также дешевую, недорогую мицеллярную воду купить в магазине Светофор. Я наливаю 100 мл. Можно даже чуть-чуть побольше. И добавляю 4-5 столовых ложек нашатырного спирта. Можно добавить меньше, но я, как правило, этими салфетками чищу такие достаточно стойкие загрязнения, поэтому я нашатырного спирта добавлю 4 ложки. Кладу салфетки в пакет. Вот этот вот кончик, который внутри, должен легко доставаться. И заливаю салфетки раствором. Не нужно прям чересчур много делать жидкости, просто чтобы салфетки хорошо пропитались. Вот эта вот мицеллярная вода, она имеет приятный травяной запах, поэтому запах нашатырного спирта мицеллярная вода практически сразу же перебивает. Мицеллярная вода – мыльное средство, поэтому салфетки получатся очень эффективные для чистки. Все, салфеточки готовы. Теперь, когда вам нужно делать уборку, открываете пакет, достаете одну-две салфеточки, но я чаще всего достаю две. Идеальные салфетки, влажные, эффективные, показываю их в работе. Например, этими салфетками очень удобно чистить сумки из ноутбука, из замши, кожаные вещи тоже очень хорошо освежаются. Все залоснившиеся участки отмываются. Поэтому вот для таких вещей, как перчатки, сумки, обувь, эти салфетки незаменимы. Высыхают они очень быстро, никаких следов не оставляет. Мицеллярная вода, она все залоснившиеся участки очень хорошо счищает. Нашатырный спирт хорошо все загрязнения размягчает. Мицеллярная вода, нашатырный спирт очень быстро высыхает, абсолютно не оставляет никаких разводов. При необходимости можно еще пройти щеточкой. Но, в принципе, все, вот такие вот грязные салфетки после сумки, перчаток и обуви. Также эти салфетки хорошо собирают пыль, грязь и жир. Например, если нужно протереть стеклокерамическую плиту, поверхность, использую эти салфетки. Они очень хорошо обезжиривают, не оставляют никаких разводов. Даже снимают легкий слой нагара за счет нашатырного спирта. Готовим салфетки по второму рецепту. Для этого беру немного теплой воды, примерно 100 мл. Добавляю один колпачок кондиционера для белья. Лучше выбрать кондиционер с эффектом антистатика. Тогда вы сможете вытирать абсолютно любые поверхности в доме, и пыль на эти поверхности будет садиться реже. Один колпачок кондиционера и один колпачок уксуса 6-9% либо яблочный уксус, как у меня. Можно даже не полный колпачок уксуса, то есть чуть-чуть поменьше. Можно взять в пропорции 1:1. То есть здесь уже смотрите по своим загрязнениям. Все хорошо перемешиваем. И точно так же zip-пакет. Туда кладем салфетки. Вот этот кончик наружу и аккуратно их заливаем. Эти салфетки и для уборки, и для сантехники, и для экрана, например, телевизора, легонечко можно протирать. Салфетки готовы, показываю, что ими чищу. Чищу смесители, они начинают блестеть, средство не агрессивное, придает блеск, убирает легкую ржавчину, известковый налет.
И благодаря тому, что в составе есть кондиционер, смесители дольше будут оставаться чистыми. То есть капельки воды будут стекать, не будут оставлять следов. У меня вот смеситель черный, поэтому любые капельки очень сильно заметны. Хорошо чистится плитка. Все, все чистое и аккуратное. Так можно ванну, унитаз, любую плитку, хоть на полу, хоть на стенах, все привести в полный порядок, всему придать блеск. Очень хорошо протирать двери этими салфетками. Все загрязнения очень быстро размягчаются. Вот такие вот сложные участки удобно чистить. Ручки тоже хорошо протирать без разводов. Все жирные следы от пальцев быстро отмываются. Друзья, на этом у меня сегодня все. Вот такие вот салфетки я делаю для дома, для уборки. Пользуюсь двумя рецептами. Салфетки получаются абсолютно разные, хоть они и универсальные, но одни салфетки подходят для чистки обуви, сумок, перчаток, для чистки каких-то жирных поверхностей. Вторые салфетки идеальны для уборки. Идеально подходят для чистки плитки, сантехники, каких-то полочек, где скапливается пыль. Поэтому, друзья, рекомендую сделать хотя бы один вариант салфеток. Уверяю, что вам понравится. Значит, друзья, в интернете видела, что некоторые делают на основе водки, на основе спирта такие салфетки, но я считаю, что это лишнее. Проще взять мицеллярную воду и уксус за основу. Так получается намного бюджетнее и, на мой взгляд, намного эффективнее. Если вам понравились рецепты, если вам понравились эти салфетки, обязательно поставьте плюс в комментариях, либо напишите небольшой комментарий. Мне будет очень приятно, я буду понимать, что моя работа для вас полезна. Друзья, всем спасибо за просмотр. Рецепты салфеток я для вашего удобства пропишу в комментариях, закреплю под видео информацию, поэтому заглядывайте туда. Всем спасибо еще раз за просмотр, всем пока!